Здравствуйте. В кабинете выделялись две очень деловитых и квалифицированных, и весьма эффективных в своей профессии, у них разные профессии, женщин. Я видел, что они ведут себя очень жестко по-мужски. И предложил женщинам собрал женский круг. Круг женщин, которые воспринимались окружающими, безусловно, женственными. И к неожиданности этих двух женщин посадил их, вот этих деловитых женщин, в женский круг, опасаясь, что им будет очень наглядно, что они не вписываются в женский круг. И произошла забавная, удивительная вещь. Эти женщины, я предложил женщинам этого круга, женского, каждую, чтобы они распределили всех остальных по убедительности, включая себя, кто наиболее всерьез занимает свое женское место. Одна, вторая, третья и последняя. И оказалось, что эти две якобы по-мужски ведущие женщины среди женщин вдруг преобразились и вели себя очень убедительно по-женски их выделяли, ставя первой, второй, третьей. Снова всплыл вопрос о том, что женщине надо занимать место не среди мужчин и не в пику мужчинам, а занимать место среди женщин. Когда у женщины есть ее место, то у нее появляется, как будто у нее появляется свой хутор, свое хозяйство, и появляется и мужчина, который хочет участвовать в этом хозяйстве, которого она выберет. Женщине надо занимать место среди женщин. Всего доброго.